И всем привет, на канале Алекс Энден. И сегодня я вам расскажу о Адвеконе. Адвекон — это такой как бы фестиваль для любителей сериала Adventure Time. Вы, наверное, его знаете, там Фил Джейкс такой. И 23 октября я поеду на него с Вовкой Беритовским. Вы его из Водоса, наверное, знаете. Увы, Денис с нами поехать не сможет, так как билеты кончились. Хотя, не знаю, может, там вторая партия будет, тогда, может быть, он сможет к нам пойти. Все можно узнать на сайте. Ссылочка на него будет в описании. Если там остались билеты, то вы тоже можете с нами сходить. И, возможно, встретиться с нами. Итак, а теперь расскажу кратко, что там будет. Первое — конкурс косплей, потом там ранний ход и три вида билетов. Стандартный VIP-билет и план, что-то там такое. Самый крутой. Итак, стандартный там, в общем-то, подарок, брелок и магнит, и все. VIP-билет, там ранний ход, общение с блогерами, кружка, тоже магнит, брелок, мыло и что-то там еще. И, наконец, самый большой билет, там 20% скидка в магазинах. И все то же самое, только еще футболка с персонажами главными. И еще есть один билет для этих сопровождающих. Не пойдете же водить, да? А может, пойдет, я не знаю. И если покупать самый крутой билет, то этот билет вам дается один бесплатно. Это довольно-таки хороший, но за стоимостью 3000, да не знаю. Я не буду их покупать, мы с Вовкой закажем билет за 1200 рублей. И что ж, еще там будет? Бои подушками, конкурс косплея, общение с блогерами, потом конкурсы всякие, развлекухи, квесты и завершение фестиваля красок. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое или нет, наверное, знаете. Что ж, а на этом все, и увидимся на Адвеконе. Всем пока!